Это Ульяновск, это гонки, это спортивный картинг класса Rotax Max. Я здесь для того, чтобы принять участие в учебно-тренировочных сборах, проверить свой навык пилотирования спортивной техники и, конечно же, получить новый опыт. Вы готовы? Тогда запасайтесь попкорном, наливайте напитки и погнали! Чё, как всегда, блок против солнца. Сегодня у нас какое число-то вообще? Четверг, 18 июня. Ночью прошел дождь, день начался с физзарядки, физподготовка, бег. Вон там ребята тренируются. Вот, механики готовят мне машину, поменяли мотор. Вчерашний мотор у меня сдох сразу в последнем заезде, как откатал. Так что сейчас будем пытаться выйти из одной минуты. Поехали, парни! Снимай! Хочешь, я чтобы за тобой тошнил опять? Да. Давай тогда уезжай чуть-чуть, я тебя попробую догнать. Попробуй. Так, Rotax готово, поехали, давайте. Thank you.
я за тобой весь заезд ехал. А ты там не убрался в эске? Нет. Не вылетел? Ну и хорошо. То я боялся. Кирилл, аккуратно по ребрике. Медленно это. Да, я что-то задним колесом зацепил немножко. Ось можно загнуть сразу. Долго держался. Тебя сносит. Вы их улетаете. Тебя сносит часто, и ты как-то рано тормозишь. А может потому, что у меня скорость выше в конце. Потому что у меня от Казета рама. И он нормально поворачивается. У меня Ротекс с хорошим мотором. И с рамой Ротекс. И из-за этого мне приходится перетормаживать. Вы снимали? Конечно, снимаю. Надо до сих пор снимать. Вещи вещаешь, Григорий. За умные вещи вещаешь. Что, можно ехать? Не-не-не, я не спросил. Можно выкачать? А? Прокат, что ли? Пендал, выпусти. Друзья, я записываю это видео уже по прошествии нескольких дней после тренировок. Я просто не ожидал такой прыти от этой бешеной табуретки. Она хотела меня убить. Она потрепала мои ребра. И это было похоже на родео с быками. Невероятная жара, бешеные перегрузки, горячий мотор, и все это слилось воедино на Ульяновской трассе. Картинг – это ни разу не игра. Картинг – это больно. Картинг – это сложно, но картинг – это невероятные эмоции после того, как ты показал на трассе свой идеальный круг. Все эти яркие эмоции, все эти впечатления от пилотирования не остывают в моей памяти уже третью неделю подряд. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии под этим видео. До скорых встреч на канале Kart Racer TV.